Всем привет! В этом видео посмотрим, как идут игры на смартфоне LG X-Power 2. Первая игра GTA San Andreas. Запускаем ее, посмотрим, как она работает на максимальных настройках графики. Открываем настройки. Графика стоит максимальная, по умолчанию она идет просто высокая. И запускаем игру. Игра загрузилась. В общем, немного подтормаживает. Когда вот какие-то машины появляются, игра подтормаживает. Когда их нет, в принципе, работает нормально. Но лучше выставлять уровень по умолчанию. Потому что все-таки, когда игра подлагивает, то играть не очень. Даже когда моментами подлагивает. На уровне по умолчанию, то есть просто высокий, графика тоже хорошая. И игра работает идеально, без глюков, лагов, даже когда рядом машины. Но на максималках особо поиграть не получится. Закрываем GTA San Andreas, переходим к следующей игре, Assassin's Creed Identity. Грузится игра. Почти загрузилась. Вот, достаточно долго, в принципе, грузилась. И можно теперь начинать. Похоже, что графика максимального уровня, да, так и есть, очень много эффектов. Но сейчас посмотрим, как по плавности. По плавности неплохо. Да, графика максимальная, вот видите, много людей на площади, цветы в клумбе и очень много графических элементов. Немного игра подтормаживает, но в принципе на игровой процесс особо не влияет. Но было бы лучше, конечно, если бы этих лагов не было. В целом, поиграть мы можем. В общем, игра запустилась на максимальном уровне и работает. Так что играть можно. То есть не так, как в GTA San Andreas, что если мы выставляем максимальный уровень графики, то игра подтормаживает и играть не очень тут. Игра немного подтормаживает, так что на игровой процесс это не влияет. И играть можно. В принципе, Assassin's Creed на 4 с плюсом по 5-бальной системе работает, GTA San Andreas просто на 4. И третья игра, Real Racing 3. В обзоре я уже показывал другие гонки, Asphalt 8, они работали очень хорошо. Теперь еще посмотрим на Real Racing 3. Игра загрузилась быстро, видим, отображение в зеркалах заднего вида присутствует, и прорисовка салона хорошая. Игра работает плавно, да, без особых подтормаживаний. Сейчас вот ближе к машинам бы подъехать. Да, игра работает хорошо, в принципе, не на максимальном уровне графики, то есть тоже на 4 с плюсом игра работает. То есть, в общем-то, телефон игровой, основные тяжелые игрушки на нем будут работать на неплохом уровне. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!